Ленин был за революционный террор, а Зеленский был за разговоры с людьми. Он был за революцию умов. Чтобы мы стали осознавать, что каждая человеческая жизнь – это, ну, ценность. Это все дико похоже на Google Center в миниатюре. Первым, кому я отправила вот эти 40 страниц, был Кирилл Серебренников. Вау. Я же был первый, кто сказал: «Маш, это надо обязательно делать, и нужна обязательно книжка». Я прямо это сразу видела, что это должно быть не художественное чтение, а что это должен быть мир и фактически такой спиритический сеанс. Егор Баранов – это такой мистер блокбастер, а Никита Лебедев, он же Арсений Фариатьев, это такой прям мастер артхауса. И вот это вот все соединилось. Ни дня горевать не буду, только забери меня далеко отсюда.